Вы не поверите, мы зашли в магазин, а тут миллион поп-итов. А знаешь, что мне говорили? Мне Мира такая говорит, зайдем на все тут. Короче, там есть поп-иты. И они, наверное, не тут лежали. Мы просто зашли, но потом Мире позвонили, сказали быстро в парк идти. И что теперь делать? Я заказала кучу поп-итов, и теперь что будем делать? Ты вот такой вот заказала. Я такой, да, заказала. Такого у нас нету. Ну давай, я согласна. Можем вот такой взять. У нас такого нету. Ананасика. Смотри, Кирюшка, потом смотри, вот такой можем взять, если ты хочешь. Нет, я не хочу. Много разных. Я просто. О, он хорошо шухает. Выбирай. Смотри, есть еще вот такой ананасик. Но мне тут нежный больше нравится. Вот этот? Да. Мне вот этот больше. Да? Ну бери. И давай тогда тебе возьму какой-то Simple Dimple. Сейчас. Можно попробовать, как он выглядит? Ну, попробуй. Смотри, они все запечатаны. Что лучше брать? Вот этот Simple Dimple. Смотри, есть еще вот такой вот. Бери любой. Ну, мне вот этот больше. Хорошо. Вот такой вот лучше? Или вот такой вот маленький мишка? Давай такой возьмем, а я себе на брелок на ключи какой-то возьму. Всем привет! И, короче, мы нашли в 3 метра это... Ребят, маленькая рекламочка. Не знаю, нас не просили это сделать. Но просто я настолько рада, что я сделала маленькую рекламочку 3 метра, что у них появилась куча поп-итов разных. Simple Dimple, даже новые, которые только недавно появились, эти стрессы. В ТикТоке я их только недавно увидела, и они уже есть в этом магазине. И один из, это вот этот Simple Dimple, вот такой вот мишка. А домой сейчас придем, и Кира покажет, какие еще мы купили и какие вообще у нее есть. Ну, это да. Один еще сердечко бирюзовое. Мы отдали, мама отдала знакомому. Да, подарила. Думаю, ты рада? Да. Крыс уже не хочешь? Хочу. Кира, расскажи, пожалуйста, про крысу. Ну, мы, короче, пошли к ветеринару, и у него... Крыса одна, не такая, как все. У нее слишком большие уши. И мне она очень сильно понравилась. Это мальчик. Вот. Я ее хочу. Да. Может, я передумаю, поэтому, пожалуйста, не делай последних решений. Я такая... Хотела мопса, теперь не хочу. Нет. С мопсом я, конечно, не ошиблась, я его очень люблю. Вот. Но все равно... решений делать не надо. Ладно, ребят, короче, нам надо прийти домой, и только тогда мы покажем все наши поп-иты. Я еще маме один купила. Вот, поэтому... Мама мне понакупала, а я маме купила один. Вот такой вот. Поэтому мы все будем с поп-итами, с Simple Dimple-ами и разными-разными разностями. Да. Домой. Ребят, мы уже дома, и мы идем в комнату, потому что мама дала распаковку. На продукты, нам надо распаковать поп-иты. Боже мой. Короче, сначала я буду показывать, что у меня есть, а потом еще покажу косметику. И в моем ТикТоке ссылка будет в описании. Я сниму, зачем ты попыркаешь мой поп-ит. Сделаю мини-распаковочку и буду тестировать консилер и вот эти тенюшки. Это, кстати, то, что Кирюха купила. Консилер и тени. Так вот. Тара, а теперь самое главное. Да. Сначала давайте я покажу, какие у меня есть. Поп-иты. Да. У меня вот первый, это был вот такой вот. И такой же, только было сердечко. Но, как я говорю, мы отдали. Сейчас покажу, как оно попыркает. Шикарно. С второй стороны... Ну, со второй стороны попыты не пупыркают. Все равно звук есть. Дальше. Вот такой вот дельфинчик. Мне он очень-очень нравится. Он мой любимый, хоть он не сильно пупыркает громко, но он приятный. С одной и со второй стороны. Так, тут вообще звука нет, а тут... Не громко, но приятно пупыркать и с одной, и со второй стороны. Следующий это вот такой вот кружочек. Он мне не нравится, что, видите, он не до конца вылупляется. Но если это делать на весу, то будет нормально. А как он пупыркает, покажи.
О, у него звук очень-очень яркий. Очень хороший, но сам он попыркается с другой стороны и такое. Ну, давайте перейдем к попыткам, которые мы купили. Так, этот забрасываем туда. Давайте... И первый, который мы достанем, это будет, давайте, вот это. Это я купила маме. Ладно, блин, что мы туда забросили, я не понимаю. Ну ладно, достаем. Потом тут два одинаковых. Вот. Вот такие вот два. За 69 гривен, в принципе, нормально. Это маме. Это Кира купила мне на брелок на ключи. Теперь у меня будет свой личный, собственный поп-ит. Вот смотрите, какой он цвет. И, в принципе, этот Simple Dimple хорошо пупыркает. А смотрите, еще на нем, видите, какие мишки? То есть еще и массаж рук. И у Кирюшки такой же розовый. Кира, кстати, тебе тоже на ключи и мне на ключи. Классные, да? Брелки. Давайте перейдем дальше. Дальше это просто шикарно. Я буду говорить цену, потому что, может, и некоторым интересная цена. Это 79 гривен. Это именно вот прям Simple Dimple изначальной формы. Это ноль звука должно быть, но почему-то он со звуком. Блин, тут грязь. Ну ладно. Он вот такого вот красивого цвета. Мне, в принципе, нравится, и он так сильно... вылупляется. А ну можно я попробую? Так еле хочется еле попробовать. Ой, какой он классный. В принципе, по сравнению с вот этими Simple Dimple, то вот эти еще гораздо легче вылупляются, чем вот этот. Но он очень красивого цвета, и, в принципе, тоже можно повесить на ключи. А можно повесить, Кира, на рюкзак? Можно повесить. Потому что вот здесь вот как раз для ключей. Но просто, мама, понимаешь, что происходит с моим рюкзаком? Оно так по классу иногда летает. Поэтому лучше не надо. Но, в принципе, мне нравится. Слушай, знаешь, это звук. Если не считается это, что Тера храпит так и кушает косточку, то, в принципе, звук шикарный. Я знаю, куда его можно повесить. Куда? На джинсы. А, да, можно, но у меня нет джинсов сейчас. Поэтому... А так на пояс джинсов, да, можно повесить. Ой, я не могу оторваться, мне так нравится. Ну ладно, Simple Dimple есть. Пока что у нас вот такая вот коллекция. Давайте я пока сделаю. Пока что у нас вот такая вот коллекция. Коллекция поп-итов. Дальше. У нас осталось два попытка, но сделаем просто вот так. Дальше это вот такие два. Один и второй стоят 129 гривен. Давайте посмотрим, оценим. Первый это квадрат. Самая лучшая форма, которая вообще есть. Кстати, вылупляется так же, как Simple Dimple, так сложно. А ну, другой стороной. Okay. Прикольно. Прикольно, что именно тут квадрат, например. Тут три. Тут, кстати, прикольно будет играть. И мне вообще квадрат нравится, потому что он как бы такой вот раз-раз-раз квадратный. Хочешь, очень тоже удобно. Давай. Опа, ты, Руська, ты тоже попытишь. А у нее же ногти, она берет вот так вот двумя ногтями. Нравится, да? Да, мне тоже нравится, но ты тут мешаешь. Давай, попочка моя, отойди. Так, еще у нас коллекция. Вот такой вот прикольный ананасик. Сейчас покажу, это так же, как с вот этими. Тут форма мишки, и на самых пупырках тоже нарисованы мишки. А на ананасике тоже так же? Да, на ананасике тоже. Ух ты, покажи. С ананасиками. Смотрите, вот такой вот ананасик мне очень нравится. Дайте, я посмотрю. Точно, посмотрите, на ананасике выдавлены ананасики. Тут очень легко так вылупляется. Ой, слушай, он такой удобный. Да, он такой крутой.
и звук тоже шикарный. Он просто это, наверное, обалденный. Будет один из моих любимых. Да, знаете, почему он удобный? Потому что здесь очень глубокие, впадинки. Вот они вот глубокие, не такие, как... Ой, слушайте, он реально классный. А на этом иногда плохо вылупляется из-за того, что падинки маленькие, и еще они на диване не очень хорошо. Давайте на полу попробуем. Потому что диван как бы мягкий, вот тут поудобнее. Да? Да. Давайте сделаем комбо. Вот так. Мне нравится ананасик, он очень красивый цвет, и, наверное, он будет один из моих любимых, пока не приедут остальные. Да, потому что Кири едет вот такой вот светящийся поп-ит. По-моему, такой разноцветный, радужный. Боже мой, что там тебе еще едет? По-моему, еще Simple Dimple едут. Да, один. По-моему, еще какой-то... этот Among Us едет поп-ит. Так, в общем, давайте сделаем оба. Держи. Так, этот. Давай, этот. Держи этот. Эта форма, в принципе, а, маленький тоже. Я не даю. В принципе, это тоже удобно. Нет, маленький. Опа, пролетел. Да блин, нет. Да попыка мне тут все. Так, давайте мы сейчас все вылупим и покажем, как они все у нас... Это сапопой. Вот посмотри, Кир, он вылупливается. Мне вот этот не очень нравится. Мне это тоже не очень нравится, поэтому... Вот этот круглый мне вообще как-то не очень. Но он круто попыкает. Все? Какое-то не гигантское. Начинаем лупить. Начнем с этих. Так. Тара, тихонько, Тара, сидеть. Ждать. Секундочку. Звук блаженства. Все, Кир, я тебя поздравляю с пополнением твоей пупытерной коллекции. Надо было все-таки взять еще вот тот антистресс, который мы видели. Там какой-то такой необычный, круглый, с присосками. Ой, нет, получается, он присасывается, ты его нажимаешь, он отсасывается, потом нажимаешь с другой стороны, он снова присасывается. Сейчас будем в ТикТок выставлять комбо. Тера, тебе нравится? Да. Да, Тере нравится. Мне очень нравится. Давай теперь откроем, может быть, твою косметику, которую ты сегодня купила. Косметику. Да, давай проверим, что там у тебя. Давай. Кстати, мне говорили, все-таки вот это надо в кипяточек, потому что ты не знаешь, что с ним делать. Давай попробуем в кипяточек. Он, да, он не вылупляется совершенно, этот розовый. Короче, знаете, что я придумала, что мы будем с этим делать? Что? Я буду пупыркать, а вот с этим я буду снимать всякие, например, кстати, не зря мы его купили, потому что его можно легко использовать как формочку для льда. Таких все можно использовать как формочку для льда. Их жалко. Да, что их жалеть, они что, не испортятся? Они могут испортиться, они могут перестать хорошо вылупляться от холода. Серьезно? Да. Не знаю. Ну, давай попробуем сделать формочку для льда. И сделать лед сегодня интересно. Сейчас, кажется, этим и займемся. Иногда не получается хорошо вылуплять. А ты на пол выложи. Вообще, самый-самый лучший, это вот этот вот, вот этот у нас попыт. И вот этот вот вообще обалденный просто. Ананас, это супер. Меня устраивает. Он самый прикольный. А еще мне нравится, что здесь ананасики вылуплены. Ой, что ты делаешь? Такая тишина, тишина, тишина. Ну ладно, окей. Так, навесу, чтобы оно могло нормально вылупиться. Что ты делаешь? Тебя никто не трогает. Походу, призраки в нашем доме решили поиграть в поп-ит. Ну а что, все хотят поп-ит. А еще там, знаете, какой был поп-ит? Поп-ит спиннер. Я тоже Кире предложила, говорю, давай еще поп-ит спиннер возьмем. Или Simple Dimple спиннер. Но не взяли. Может, попозже еще когда-нибудь придем и возьмем. Может, еще какие-то появятся, да, Кир? А вот этот, кстати, удобный, очень крутой.
Да, вот так тык-тык-тык-тык. Я в ТикТоке сделаю сейчас комбо, поэтому идем за телефоном. Подожди, какой ТикТок? Ты же хотела показать косметику. Сейчас покажу. Сначала. Так, ребята, подписывайтесь на Кирин ТикТок. Обязательно. Ч-ч-ч. Блин, нет, той рукой. Кира, ты как всегда. Следующий. 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 Ой, мой любимый. Итак, следующий. Так. Есть. Круто. Сняли, а теперь показываем косметику. Так, и мне, пожалуйста, мой пупыт отдай. Сразу же мне мой. На. Вот. Блин, жалко, что на улице нельзя носить пупыт. Я, блин, все вынесла. А чего нельзя? Ну, я же с ними ходить не буду. Рюкзак с собой взяла и пошла. Все? И все пупыркают, ходят по парку. Идея, можно аж с мирой выйти погулять. Ну, конечно. Взять вот эту всю красоту. Можно взять только и пойти два в парк. Моих любимых. Вот эти. Раз. И вот эти. Вот эти мои любимые. У меня был любимый вот этот, но появился мой любимый, и теперь мой любимый вот этот. А у меня вот этот. Не, вот так. Ну ладно, это тоже не мой любимый. Любимый это вот этот. Но вот этот я принесу, потому что он очень удобный, поэтому он станет, наверное, моим любимым. Только, ну вот. Короче, у нас есть палеточка и консилер. Конечно, красить я их на лицо буду не сейчас, а в ТикТоке. Поэтому давайте открывать. Ножницы. На базу. На базу ножницы. Молодец, молодец. У меня просто три пары ножниц, поэтому какие взять. Так. Моя любимая рубрика. Попробуй открыть. Да, это моя любимая рубрика. Вернее, моя нелюбимая рубрика, когда Кира что-то открывает. Ну, так же прикольно. Всем нравится. Так, и... Блин, что? Палетку испортила. Чем? Клеем вот этим двухсторонним. Да не страшно, потом берешь ацетон, ваточку и все смываешь. Так, и... Блин, я надеялась, чтобы только не эта кисточка, только не эта... Но нет, она попалась, обидно. Вот так вот, ребят, красиво, посмотрите. Шикарная палетка, конечно. Можно я попробую? Нет, пальцем нельзя. А чем можно? Ну, тогда намажь мне сюда кисточкой. Какой цвет? Блин, тут поломано. Поломано. Поломано, мам. Ну, не страшно. Какой цвет? Давай все цвета попробуем. Давай, первый. Бежевый. Второй. О, яркие цвета, прикольно. Но желтый. Еще эта кисточка, это плохая, поэтому давайте я возьму другую, потому что она мне бесит. Так давай уже этой кисточкой. Кира. Давай. Она сейчас соединится, у тебя вся цвета, все цвета в одну, а там хоть... О, яркий цвет желтый, очень красивый. Оранжевый тоже прикольный. Ладно, давайте пальцем. Нет, кисточкой. Ой, красивый розовый. Фиолетовый, бомбезный. Это что, бордовый какой-то, да? Синий тоже прикольный. Зеленый. И зеленый классный. В общем, все цвета очень красивые в этой палетке. И я, блин, их перемешала. Все. Теперь... Консилер. Красиво, да? Красиво, да, очень красиво. На тебе смотрится. Цвета прикольные.
Так, теперь нам надо кантили как-то распаковать, а то меня бесит, когда вот так вот обматывают, ты не знаешь, где начало скотча. Поэтому сейчас будем пробовать отцепить скотч. Можно ускоренную съемку, пожалуйста? Давай. Съемка пошла ускоренная. Все? Нет. Ускоренная съемка прошла неуспешно. Опа, есть. Реально очень крутая палетка. Есть? Да. Что это за фигня? Это антивор. А что оно тут осталось? Нужно должно было. Давай я тебе открою ее просто и все. Ну. Да блин, вот эта штуковина осталась. Что она осталась? Она не нужна. Давай. Да. Собирай. Ну и покажи. Сейчас. Опа, красавица. Прикольный. Ну что ж, давайте сделаем мейк из вот этих прекрасных цветов. Еще раз повторяюсь, выложу я это в ТикТок, извиняюсь. Поэтому, ребят, на этом я скажу всем пока-пока. Если вам понравились вот эти поп-иты, ставьте лайк. И подписывайтесь на мой канал и ТикТок, который будет в описании. Ну что ж, пока-пока. Я пошла снимать мейк-апы.